Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Топкин, и вместе с Димкой Петровичем у нас сегодня распуск без тормозов по льду. Здорово, ребят! Салам, народ. Короче, ребят, достаем тачки из рандома, все как обычно, разгоняемся по дуге, летим по льду. Чем дальше доберемся, тем больше баллов запишем себе на счет. Все очень просто. Так, из нового что? Я чистил кэш, поэтому машины будут грузиться долго, это плохо. Пошли гулять. И самое интересное, что у вас уже заспавнились тачки, я вас не вижу, зато вижу свою GMC-шку и вижу крузак у Петровича. Так, а что у Димки? Ты его пнул. Гелик. Гелик. Ну, поехали. Думаю, гелик загрузится. Ребята, все как обычно. Лайк очень сильно приветствуется. Комментарий тем более. Подписка вообще вне очереди. Поэтому оформляйте с колокольчиком, не пропускайте ролики. Слушай, я неплохо поехал. На дадже. Ну, тебе понятно-то. Обязан? Так, 584. Ну, красавчик. Короче, у меня машина так себе. Вот если на крышу еще как-то сейчас перевернется. Ой, меня что-то вообще вертит, крутит. Так, самое интересное, что я Петровича вижу, а Димка так не загрузился. Я вообще не думал, что я до сюда долечу, это прилично. 150 на GMC-шке, Петрович, 160. Фу-фу-фу, давай уходи. На-на, 180. Хребтиная в цифры, да. Этот говорил не очень, а сам ползет, смотрите, на крыше чисто чилит. Так, ну и ты тоже туда же, все, давай, фу-фу-фу. 160. 170. Загрузился Димон, и машина, кстати, так себе, она вообще не быстрая, но добрался неплохо. Чисто крыша спасла. Так, да, и 200, я так понимаю. Димона. Не, ну реально, у него машина не особо быстрая под капотом, и десятка бонусная сверху. Вот так вот, казалось бы, самая медленная машина, и дальше всех пролетела как-то. Но то Skyline. Это и лед. А три машины Димона у нас с Петровичем по две, Skyline уже один у него, я его не вижу. Краулер неплохо. Бери вот эту пятерку, четверку, не знаю, что там. Это что такое? Это считается, раз у меня колес нету. Ну, как-то странно. Стандартная бы сразу грузилась. Так, краулер и вторая, это матиска, не матиска, даже купер. Так, ну, ой, это что? Это что? Там троит все, пацаны. Поехали! Полетели! Ламба, джип. И что там у Петровича раз? У меня этот, Skyline с ускоряшкой. Да, R34 вроде как. Ну, кстати, я думал быстрее будет, но это неплохо, все равно хорошая скорость. 650. У меня впереди рог носорога, сейчас Димона на него посадить надо. Догони для начала. Размечтался. Да, я прям в тебя прям скользил. Так, и да, скользил и выскользил я опять 180. Так, ну это плохо. Так, Петровича вообще не видно, где-то потерялся. Что Ламбе везет. А мне есть вариант? Ну, ты видишь, что она делает? Использовать? Да, можешь скоряшку один раз. Нихера Ламба вот так-то вообще держит лед. Еще и в центр куда-то там намылила. Да, я вывалится. Не, ну это очень жирные баллы. 320 и 30 будет тоже, да? И 30 будет. 330, жир. Да. Очень хорошо проскользило. Летело опять-таки, ребята, и до крыши как-то, и так. И Skyline красиво ушел, даже не зацепил. 160. Мы с Петровичем просто поменялись баллами в двух раундах. Это что выходит? Димку надо всем двором тогда запинать. Некомпетентные баллы. Догоняй. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня есть жог, который брать не буду. Буду брать BMW, неважно что. Так, у Димки уже не сам был, он не взял. Мерседес хороший. Так, 35-й. У, получается, Димки. Ты взял по итогу что? Стейди, гоу. Дракстер. Что за Дракстер? А, вот, загрузил. Ой-ой-ой, у тебя вообще пушка должна быть, если это тот самый. Ай, не, не тот. Тот вроде, новый который, он вообще лютый. Да ну, не вставай, ты МДБ. Но у меня М2, ребята, и надо ее сейчас постараться реализовать. Она хочет, сказал, хочет ворота. Тот. Да ладно. Вроде вон. Не у тот. У нас их два, но это... Ну, может быть. Я очень плохо лечу по краюшку. Ай. Да хорош. Зацепил, повезло. А, 300 ровно. Да, можно было долететь до конца, но хоть так. Я не могу уехать. Димка 140, десятка, остановка. А Дракстер такой, да, да. Страдай, как говорится. Да что ты будешь делать? Он если цепляется, то просто ниже начинай. Он такой, да, он слишком низкий, поэтому может цепляться, это нормальное явление. Нормально разогнул. 900. Нормально так, я прыгнул Петровичу в тачку, меня на магистрали куда-то выкинуло вообще нахрен. Что это было? 190.
Хорошие баллы. Не успел, ребят, даже не получилось сесть в машину к Петровичу. Депортировали меня в Мексику, блин. Так, а 190 было с остановкой или ты вылетел? Не-не-не, вылетел. Можно вылетел, сказать. Хорошо. Так, ладно, продолжаем, ребята. У меня три машины. Вот первый в Москве Доний. Где ты это уже видел? А я вообще ваш тачек не вижу. Так, не настоящая Супра. Бугатти дрявая. Матис или Фагио, вернее, если быть точнее. Так, Пассат у Петровича. Драгстер, Понтиак у Димки. Третью Димка, машинку, пожалуйста. Он видимый. Как ни странно. Шутка была такая. Шутка юмора. Что не понял? За 300, да? Да. Очень, очень тупая шутка юмора. За 300 лет? Ой, чит. За 300 IQ. За 300 IQ. Короче, у меня два чита в этом раунде. Оба так себе, но главное, что они есть. Правильно же? А, ну, понял. Да. Нифига ты там засмолил. Аж было слышно. Поехали. А я максимально далеко руку уберу. Кому там из бульбы херачил. А, да что ты делаешь? Это я за бульбу. Пошел, да? Так, поехали. Вот есть имя Тарас, а вот ты... А я Стас. Да, да, Стас. Ты еще тот Стас, понял ты? Так, долетая до конца в считанные секунды. 300, не, не 300, 350. 800. 800 неплохо. Где у нас... Ну что? Я взял гаражо, пацаны. Какой хер сделал? Вы пока там трындели друг на друга, я нормальные баллы ставил. Слышь ты, Фуфельн, тихушник. Сам такой. Не ворота только. Хорошо. Я еще загорелся. Считай. Отлично. Раз, два, три. Оба. Четыре. Раступись! Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А, ну что получается? У меня 350 супер. Я не засейвил. 400 в деньги повезло, что не взорвался, был бы бублик. А так, пятихатку Петровича, Пассат тот еще. Не зря я его убрал в сторону. Да, неплохой спуск получился. Очень хорошие машины. О, конявый. Конявый. Ага. Ну, подборка не очевидная. Я буду на вагоне шестиколесном ехать. Так, конявый по итогу у Димки. Все остальное, кстати, было фуфло. У Петровича. Камри какая-то. Мерседеси. И Мерседеси. На. И чё? Ты берёшь? Ну, Оптимус Прайм был. Я Мерседеси не беру. Так, хорошо. Я ни того, ни другого, ни третьего не видел, ребята. Напоминаю, кэш я чистил, поэтому не загрузили все тачки. Конявый не настоящий. Чё-то я быстрее него. Вообще не настоящий. Да, 540 всего лишь. 656. Ой-ой-ой. Что с машинами сегодня? Что у тебя с машинами сегодня? Несет. У меня буханка прям неплохая такая, шестиколесная. Прям буквально буханка. Ты буханка давно был? Я вылетел. 620. 120 баллов у Димона, это хорошо? Баллы, потому что и так жиренькие были. Слушай, а так-то шестиколесик молодец. А буханыч летит. Да, вообще неплохо. Если честно, сам удивился. Ну, жопой, жопой не зацепил. Ну, 280, как бы, мое почтение, 190. Это немало. Опять. Так, ну что-то вы сдулись. Слабо. По дороге. Да. Так, три машинки для меня. Это радость. Так и дроп не радость, вообще все фуфло упало. Слышь, да у тебя мопед маленький, ты видел вообще габариты? Опять он? Опять он, да. 154, 144 и 203. Porsche, ставь, собака, бой. Лови. Это Ягуар из моего. Это не Ягуар, это Икса. Что, это стандартная? Та стандартная была, да. Икса 21 была. Гель. Ничего не вижу. 205 гелик. Ну зачем? То, что ты до моего Porsche докопался. Че берешь по итогу, Петрович? На. Гелик. Поехали. Гелик не загрузился. Очень странно. Так, у меня какой-то интересный Porsche. Вообще тачки со скоростью 203 под капотом, ребята, это всегда радость. Я на коротке тебя обогнал. Ой-ой-ой-ой. Пацаны, 920 как бы на Porsche. 920. 540. Не, ну с геликами это все понятно, чтобы Porsche столько ехал, еще тем более, более-менее современный. У него центровка нарушенная. Я, конечно, прям по центру лечу.
Давай! Я понял. Я жестко врезался. Так, 150 и вылетел. Так, а у Петровича было сколько? 320? Что это такое? А, 340. Ты же раньше вроде улетел. Нет. Ну ладно, не суть. А, короче, 400 у меня. Да, гелик мы видели, гелик. У меня вообще показалось, ты где-то повыше улетел. Ну да ладно, при монтаже есть еще посмотрю. И, в общем-то, Димка сегодня слабое звено здесь. Ну интересно. Сегодня Димка, реализация машин звено, хорошая. Я слышал. Формула. Кстати, ребята, я забыл сказать, что крупно говорит абсолютно весь считается. Вы не забыли? Кто? Крупно говорит. Ты про вот этот, который забыл? Нет, который у меня. Как минимум. Дайте тачку. Да что ты не можешь формулу? У тебя полицейская, наверное. Формула? А, у меня вообще так загрузилось. Так, а... Ёпа-мать. Ну сядь. Ну садись. Значит, это не твое, иди дальше. Да сядь. Что происходит? Ты что, у него сел? Опять сел? Ну ты у меня исчез, значит сел. Ну короче, пытайся. Я знаю, почему ты туда не помещаешься внутри. Мне кажется, у меня большая жопа. Да. Ну твое здоровье, короче, поехали. Там кардан прямо. Как ты будешь молиться на нее, мы поехали. Прицеп за нас 2 метра. Ой, сел наконец-то. 661. Формулу куда? Готовился полчаса. На что? На тазик. Как ты тазик? Тоже неплохо. Мне кажется, тазик не выдержал бы. 700. 616. 800. 820. Ну, гоночные болиды, ребята, да, молодцы у нас все. 220 баллов у меня, это неплохо. Кого-то догоняю. Так, ой, формула хорошо. Летит интереснее. Еще и по ребрик сохранил. Смотри, ой, ворота прям сохранил. Ты смотри, что сделал. Пятихатка, да? О-о-о! Чистая пятихатка. Загорелся, нет? Нет. Так, вагон опять кривой и косой, а благодаря этому пролетает дальше. Загорелся. Считай до 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Взрывайся. Слышь ты, блин, доставщик не знает чего. Ты не охренел? Вот повезло, что в конце всю дорогу зигзагом ехал, и если бы еще ворота заехал, я бы удивился. Блин, черти вы, баллы у вас хорошие, меня забыли. Так, ладно, три машины, получается, будет за гоночным болидом, то есть у Петровича, да. У меня финик. ГТР. Дома у себя стрелять будешь. Ой, это что за ламба такая неплохая, а? Это ламба, да. 219 под капотом. А можешь тачку? Эх, да, радостно было бы. До машины все фуфло. А, так, кто быкует? Ламба быкует, я понял. Поехали, а что у Димки? ГТР. ГТР. Опять ГТР. Слишком много ГТРов у тебя сегодня. Пошел. Хватит и так. Давай, разгоняйся, ламба. Ты же ламба. Че, я быстрее ламбу? Говно ты, не ламба. 600. 800. 576. Так, что мне не нравится? Я в воротах-то не был. На платформе был один раз. Что значит не буду? Буду? Хочу, буду. Нельзя себе. Надо. Че сейчас произошло? Надо. Ебать. Давай. Все, пацаны, 500. Да вы заебумбали, слышь, какие вам 500. Так, 170 у меня, я улетел. У Петровича 190, десятка бонусная. И фуфрин в воротах. Давайте посмотрим. Сам ты фуфрин. Ну вы реально охренели. Три тачки в воротах, ребята. Здесь очень много машин. И ни одной моей внутри. Так, следующий раунд, ребята, продолжаем. Это что, это с какого раунда был крузак? Это я нечаянно сделал. Так, ладно, Волгарь. Чит газель. Ну, я сомневаюсь, что у меня все хорошо, но я поеду за вами, чтобы вас всех нахрен взорвать. А, так, Петрович, Леху вижу. Еще одна. Бэха восьмерка. Хорош. Ой, титан. Бэха восьмерка и титан. Так, а почему восьмерки? Это 850-я. Ну, Бэха восьмая. Восьмой серии. Титан, давай вперед. Я тебя не вижу. Едь. Нет? Засался?
Кто застал? О, Титан загрузился. За мужской хочешь поговорить? Сюда иди. Иди сюда. Иди сюда. Че я по Димону проехал? Обогнал. Я по тебе проехал. Не коснулся. Ты сейчас 150. 650. 900. Раз прыжок. Сука, два прыжок, и третий будет куда не надо, да? Ой, и все, и улетел, пацаны, нахрен. А я не знаю, сколько у меня было, я прямо тоже посмотрел. Смотри! Титан пушка. Да, титан пушка. И ворота летит. Это пятихат летит. Да вообще черти вы позорны. Пятихат. Так, и 100 у Димона, да? Красивенький. 190. 190. Блин! Такое себе обида. Последний, ребята, раунд. Последняя возможность расчехлить мне ворота. Тачки были для этого, но все летели куда не надо. Москвич и ламба. Что за ламба? Стандартная говнища. А пердос какой-то. О, 400Z. Все-таки у меня есть возможность залететь на ворота напоследок. Вижу i8, вижу Мазду. Выбирай, да. Ламба, не знаю, фуфло, наверное. У него под капотом 300, дядь. Фуфло, это ты, походу. Ну, по баллам, да, хрен поспоришь сегодня. Хотя у меня тоже хорошие баллы. Ебаты булишь его. Что булишь? Не, а нихера себе. Просто пизделей не получалось сегодня. 800. Бля, я вообще не знаю. У меня сегодня вообще не фарт, а 230, и я опять машина потенциальная, которая на 5 карте должна лететь в тело в сторону. Не фарт. Не фарт вообще. Ема, ты видал, что он. Ты видал, что да, он сотворил? Да, да, по ребрик сохранил. Еще я и ворота. Почти да? Вылетел. Еще и ворота. А-ха, своя бля, же тачка не дала заехать. Да, а так бы залетел, да. Думаю, так бы залетел. Бля, ну вообще, раз, два, три, четыре машины здесь. Да, четыре Димона, три Петровича. Чуть-чуть! И тоже 400 Петровича. Чтобы вы понимали, у меня одна машина ширканула, вторая вон остановилась. И это все, что у меня было сегодня на эти ворота. Ну да, она, кстати, дымится прям, но не загорится. Что ж, ребята, да, такой рандом, тачки хорошие, фарт подкачал. У ребят все хорошо, по баллам, прям видите на экранах. Если в совокупности взять, прям, ну, наверное, да, вообще да. Жестко. Спасибо, с вас лайк, комментарий, пока-пока. Спасибо.